Дніпро із бюджетом вже традиційно, як і щороку, із рекордним бюджетом. Та чому за нього не голосували громадська сила та опозиційний блок у повному складі? Чому деякі депутати з інших фракцій не розділили думки щодо головного фінансового документу міста, адже за нього проголосували лише 36 місцевих народних обранців? Про все це говоримо прямо зараз. Мої гості – представники всіх фракцій міськради зараз присутні. Михайло Лисенко – це фракція «УКРОП», Артем Хмельников – фракція «Самопоміч» та Наталя Начар'ян – «Опозиційний блок». Ще до нас приєднаються громадська сила – це Катерина Збарська та блок Петра Порошенка «Солідарність» – Каміль Приваков. Ну, а поки здравствуйте, предлагаю начать. Все-таки, Наталя, хочеться начать з вас. Ми зараз дуже кратко, зжато попробуємо резюмувати. Давайте вот розстановимося на 3 хвилинах, для того, щоб у кожного було по 3 хвилини. Предупреждаю, если вы не укладываетесь, то вам просто выключат микрофон. Итак, ну для начала все же мне хотелось бы уточнить, и для наших телезрителей тоже, что бюджет составляет 10,5 миллиардов гривен. За него не голосовали ваша фракция в полном составе, да, оппозиционный блок. Вместе с тем, в 2016 году в начале мы уже столкнулись с тем, что город жил по 1/12. Мы уже видели, что бюджетники не получали премии, они жили на одну голую ставку. Кроме того, не могли начаться... Много об этом говорили. Не могли начаться никакие ремонтные работы, не ремонтировали дороги. То есть вы сознательно не хотели, чтобы принимался бюджет. Правильно я понимаю? Давайте я, наверное, объясню свою позицию. За меня не нужно говорить. Я сама готова рассказать, почему оппозиционный блок сегодня не поддержал бюджет 2017 года. Я хочу сказать следующее, что ну, для чего вообще нужны депутаты? Депутаты нужны для того, чтобы представлять интересы граждан, которые их выдвинули в городской совет, чтобы они могли контролировать действия чиновников, чтобы они вникали в такие серьезные документы, как бюджет, а бюджет – это очень серьезный документ. И что же мы видим? Мы получаем бюджет сегодня ночью. Бюджетная комиссия только в 7 часов вечера, вчера закончила последнее свое заседание. Как вы думаете, депутаты должны ознакомиться с теми изменениями и с конечным документом, который предлагают проголосовать в зале. Я уверена, что должны. А, к сожалению, документ не был предоставлен для рассмотрения. Но сегодня, бегло пробежав основные цифры, я хочу сказать, что сегодняшний бюджет проголосован очень преждевременно. И те цифры, которые в нем заложены, они на самом деле где-то преступны. Я даже могу понять, сколько стоило городской громаде сегодняшнее большинство. Я хочу сказать, что цифры – упрямая вещь. Вот, допустим, на департамент инновационного развития было заложено позавчера 9 миллионов, а сегодня уже 22. На департамент стратегического развития было 40 миллионов, а сегодня 84,5. Управление информационных технологий было 7 миллионов, а сегодня 15. Департамент по вопросам местного самоуправления было 67 миллионов, а стало 97. КП агентства экономического развития было 700 тысяч, а сегодня 10 700 миллионов. Организационно-аналитическая служба была 29 миллионов, а сегодня 49 миллионов. И это только за ночь. Теперь, когда я посмотрела соцэкономразвиток, я хочу расстроить жителей жилмассива Чапли. У них не будет строительства системы канализации. В этом документе его просто нет. Не будет и выноса транзитного водопровода по улице Калиновой. И не будет реконструкции сетей дождевой канализации по улице Любарского, которая тонет каждый раз, когда идут дожди. Но зато на предыдущие департаменты, о которых я говорила, заложены колоссальные суммы. Колоссальные. Которые можно было действительно направить на улучшение качества жизни людей. Также не было учтено наше главное требование. Заложите в бюджет компенсаторные механизмы для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах для населения. Это абсолютно законный механизм. Это позволило бы горожанам платить за тепло на уровне начала 2016 года. То есть это были те тарифы, к которым люди как-то уже привыкли, а не те колоссальные затраты, которые им придется выложить в этом отопительном сезоне. А что касается детализации бюджета, детализация не произошла. Почти из 2 миллиардов гривен, которые предусмотрены, мы видим, что 780 миллионов – это взносы в уставные фонды, а капитальные затраты составляют 684%, и расшифровано только 25% от 2 миллиардов. Как за такой документ можно голосовать? Как? Позиция понятна, спасибо большое. Артем Александрович, ну буквально 25 ноября в этой же студии вы говорили, что не все в бюджете гладко, и что, возможно, ваша фракция не будет за него голосовать в полном составе, если не будут внесены некоторые программы, которые инициировала «Самопомощь». Сегодня вы лично, вы голосовали?
Да, я голосовал за бюджет. То есть все уже устраивает? Вот по состоянию 6 дней прошло, и все устраивает? Не все устраивает. Бюджет не может быть идеальным. Но те позиции, которые отстаивала фракция «Самопомощь», а именно финансирование ОСББ 44 миллиона, а именно бюджет участия 10 миллионов, то есть это где граждане могут принять участие, сами определять те работы и виды работ, которые можно делать, они есть в этом бюджете, то есть наша фракция на этом настаивала. Кроме того, в этом бюджете есть программа энергоэффективности, о которой мы говорили, это программа и утепления фасадов домов, это и программа компенсационные инвестиции в наши теплокомпании, которые будут делать мероприятия по энергоэффективности, это те взносы в уставные фонды, о котором критикует их оппозиционный блок. Поэтому все вот эти мероприятия в бюджете на сегодняшний день есть. Кроме того, бюджет был с последними изменениями, оппозиция говорит, что они получили когда-то вечером, даже не знаю, 19:00. Когда. Я не знаю, когда получила их оппозиция, но с утра был опубликован примерно в 11 часов были опубликованы все окончательные изменения. Бюджетная комиссия стала заседать в 13:00. И с 13:00 до 19:00, весь этот период, мы изучали детально все изменения, чтобы они были учтены в этом проекте бюджета на 2017 год. Кроме того, мы в этом проекте решения внесли правку, бюджетная комиссия, все проголосовали единогласно, все фракции, которые представлены в бюджетной комиссии, это и «Самопомощь», «Укроп», и БПП, и за Днепропетровск группа, то есть все проголосовали за то, чтобы, первое, титульные списки за 2016 год были опубликованы на сайте городского совета 1 декабря. Сегодня это состоялось до сессии. Все титульные списки за 2016 год капитального текущего ремонта опубликованы. Что это значит? Что горожане могут видеть все виды работ, которые были сделаны, и контролировать, либо не были сделаны в их жилом фонде. Далее. Мы вставили в проект бюджета правку, что департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент благоустройства до 15 декабря обязан предоставить на профильные комиссии жилищно-коммунального хозяйства и бюджетную титульные списки. Таким образом, те титульные списки, за которые нас критикуют наши оппоненты, они должны быть до 15 декабря предоставлены в профильные комиссии. Профильные комиссии их утвердят. И после этого все горожане будут видеть все дома, адреса, куда будут тратиться городские деньги. Деньги территориальной громады и бюджета. Это прекрасно. Мы с горожанами можем таким образом контролировать, где работы выполнены, где не выполнены. И это является важным в этом бюджете 2017 года. Вы очень... Спасибо большое, что... Секундочку, нам сейчас просто присоединяются гости. Еще это глава фракции блока Петра Порошенко Камиль Примаков. И также с нами... Кстати, хочу напомнить телезрителям, что Камиль Юрьевич, к сожалению, сегодня не сможет с нами просидеть полный эфир. К нам еще присоединяется Екатерина Юрьевна Збарская, лидер фракции «Громадська сила». Камиль Юрьевич, уйдете на 20... Секундочку. Камиль Юрьевич уйдет сегодня. На сколько минут раньше вы уйдете? Вы не дождетесь конца эфира, насколько я понимаю. На 10 минут раньше. Для того, чтобы зрители были в курсе. Пожалуйста, Наталья, одна реплика буквально. Я просто хотела Артему сказать, что вас, Артем, скорее всего, обманули. Потому что я только что смотрела бюджет, и на ОСББ выделено 21 миллион, а не 44. 44. 21 капитальный ремонт и 23 текущий ремонт ОСББ. Там 44. 44 миллиона. Не обманули, Наталья. Я уверен, да. 44 миллиона. Да, уверен. Капитальный ремонт 21 миллион, 23 миллиона текущий ремонт. Это будут разные заявки от ОСББ. Спасибо большое. Я хочу теперь напомнить уже тем, кто к нам присоединился, нашим новым гостям, о том, что у нас регламент 3 минуты. Мы обсуждаем, почему голосовали или не голосовали за бюджет. Говорила уже Наталья Начерьян, говорил Артем Хмельников. Сейчас я хочу предоставить слово Михаилу Александровичу Лысенко. Ваша фракция называет этот бюджет рекордным. Вместе с тем, вы знаете, я посмотрела, за 2013 год бюджет составлял 2,9 миллиарда гривен. Ну, конечно, по сравнению с 10,5 миллиардами гривен, это значительно больше. Но если перевести это все в иностранную валюту, от которой мы, к сожалению, зависим, то на развитие как раз остается не намного больше денег, чем было заложено в том же 2013 году. Почему вы голосовали за бюджет? Лично вы. Ваши 3 минуты, пожалуйста. В первую очередь, я хотел бы
осветить происходящее, то, что сегодня на самом деле действительно произошло. И как мы видим со стороны наших оппонентов, для них в прошлом году они боролись для того, чтобы не принимался бюджет. Это была чистая их стратегия. Она была спланированная, направленная на то, чтобы бюджет не принимался, показать, как новая команда мэра неудачно у них все происходит. То есть, ну, за полгода, которые мы не могли принять бюджет, мы нагнали всю работу. За остальные полгода, я думаю, горожане это оценили. В этом году бюджет принят. То есть горожане теперь не будут слышать бесконечные разговоры, а бюджет принят, они проголосовали, а фракция, а титулы, бюджет принят 1 декабря. Все, точка. Мы с 1 января можем приступать ко всем строительным работам, которые у нас планируются. Что касаемо того, что депутаты оппозиционного блока и других партий с чем-то не ознакомились, что-то не увидели, но я считаю, что им надо было уделять больше времени своей работе, а не горланить песни «Катюша» вместе там с балалайками и рязанскими матрешками на вокзале. Тогда бы у них было больше времени. Да. Что касаемо того, что стоимость и что сколько стоит, да, действительно, основные все строительные материалы, в первую очередь битум, асфальт, все это привязывается к курсу доллара, потому что это своего рода стратегические материалы. Но тем не менее, мы на следующий год запланировали большое количество работ. К счастью, те адреса, которые моя коллега Наталья сказала, это и Калиновая, выносы транзитных трубопроводов и так далее, они все включены в ремонтные работы на 2017 год. Что касаемо улицы Калиновой, у меня там, где проходит транзитный трубопровод диаметром 600 мм через подвал здания, у нас выполнена уже проектная документация. Проект уже даже прошел экспертизу. То есть со следующего года мы проводим тендер, определяем победителя и все эти работы выполним. В любом случае, я считаю, что это позитив, что сегодняшняя ситуация сорвать работу мэрии, а она сегодня планировалась заранее, то есть центром планировки этих стратегических всех изменений был персонаж, проживающий под выразительной фамилией Погребов, который в свое время был с позором изгнан из фракции «Укроп», и он пытался сегодня там, используя... Которого там, сейчас здесь нет. Да, которого сейчас здесь нет, да, извините, да. Он пытался там сделать бурю в стакане, но, к сожалению, к счастью, этого не произошло. На сегодняшний день мы имеем достаточно хороший, сбалансированный бюджет, и жители города оценят это в следующем году. То есть они видели, что произошло в 2016 году, они видят, что произойдет в 2017 году. Кроме того, у нас предусмотрено большое количество денежных средств и на обновление, подвижение нового состава, и на капитальные ремонты, и на ремонты мостов, путепроводов. То есть я считаю сегодняшний день это достаточно позитивным. Мы достигли всего того, чего мы хотели, несмотря на амбиции и истерики наших злопыхателей. Спасибо большое, спасибо за то, что вы уложились в 3 минуты. Михаил Александрович, вы ссылаетесь на то, что в 2016 году вы не принимали бюджет именно по вине оппозиции, правильно? Конечно. Скажите, у вас коалиция, сразу у вас было большинство в Горсовете? Нет, не сразу. Нет, не сразу. То есть были разные инсинуации, то есть людей пересмыкивали, перекупали, запугивали. То есть, ну, это будем говорить так, это я в общем показываю картину. То есть сейчас многих людей здесь действительно нет, я извиняюсь за то, что сказал, да. То есть, но эта работа, она специально, целенаправленно была дестабилизирована. Вы помните, ночные сессии в непонятных райсоветах. Мне понятно. Вы обвиняете в оппозицию в том, что не принимался бюджет в 2016 году, несмотря на то, что в принципе в его принятии не все принимали участие. Именно так. Екатерина Юрьевна, попрошу вас тоже ответить на этот вопрос. Мы уже спрашивали Наталью Александровну по поводу того, ну, все-таки почему не принимали бюджет, ведь всем понятно, что жить по 1/12 очень плохо. То есть это бюджетники получают голый оклад, никаких премий. Кроме того, не начинается ремонт дорог. То есть это был сознательный шаг, вы сознательно не хотели принимать бюджет. Ваша позиция, 3 минуты, пожалуйста. Смотрите, что касается позиции громадской силы. Мы сказали, что мы идем на сессию, мы хотим принимать бюджет. Но тот бюджет, который был вынесен в сессионный зал, это бюджет полностью антинародный. Начнем сначала. Мы пришли в сессионный зал, там была повестка дня, которая пришла на почту депутатам в 12 часов ночи. Как и бюджет, как и все остальные материалы сессии, обновленный бюджет. Потому что комиссия бюджетная вчера в 7 часов вечера только приняла решение по обновленному бюджету. Поэтому за что голосовали депутаты в сессионном зале, для меня до сих пор остается загадкой. Потому что фактически материалов сессии не было. И за какие цифры они голосовали, тоже неизвестно. Когда мы пришли в здание городского совета, безусловно, он был, как всегда, полон тетушками. Там был Икарус,
с милицией, было специальное подразделение, 8 автоматчиков, которые сопровождали мэра, и прочая другая атрибутика, без которой, к сожалению, сегодня сессия городского совета и вообще работа исполнительного комитета проходить не может, что очень огорчает. Мы заявили еще на прошлой неделе. Кроме того, мы подали официальное обращение в городской совет, официально зарегистрированное, с тем, что мы требуем, чтобы в этот бюджет антинародный и воровской были включены те программы, которые действительно нужны сегодня городу. А именно, это надбавки для врачей, учителей и работников соцсферы. Вы знаете, эти надбавки сократили до 5%. В то время, когда чиновники повысили себе зарплату так называемыми премиями от 400 до 800%. Это просто цинично. Я остановлюсь на надбавках позже, более детально, и объясню, какие там выплаты есть. Дальше наше требование было это заслушать отчеты чиновников. Мы просили на сегодняшней сессии отложить рассмотрение бюджета всего на одну неделю. Бюджет – это главный финансовый документ города на год. Это не киоск снести или парковку отжать у атошника. Это гораздо серьезнее. И это нужно садиться и обдумывать. И если есть замечания каких-то комиссий, фракций, то их необходимо обсуждать и учитывать. Мы хотим понимать, куда будут потрачены деньги. Потому что детализации, к сожалению, не по всем статьям есть. Если чиновники, которые фактически осваивали практически такой же бюджет в 9,5 миллиардов, мы не знаем, куда ушли эти деньги. Мы хотели отчета от начальников коммунальных предприятий и департаментов и управлений. И кроме того, если, как они говорят, они не воруют, то почему они тогда боятся создания контрольной комиссии из числа тех депутатов, которые сегодня контролируют, вернее, критикуют мэра? Боятся, потому что воруют. По-другому объяснения нет никакого. Мы выдвинули совершенно конкретные, понятные требования. Куда уходили деньги с 2016 года, кем они тратились, то есть отчеты, контрольная комиссия депутатская и сохранение надбавок учителям. Все, спасибо, время истекло. Камиль Юрьевич, в вашей фракции, да, вот блок Петра Порошенко «Солидарность», там, ну, насколько я помню, были дискуссии и с другими депутатами, с других фракций, и именно были между депутатами и вашей фракцией, вот позиция некоторых депутатов вашей фракции расходится с вашей, насколько я понимаю. Вы лично голосовали за бюджет? Добрый вечер, уважаемая студия, добрый вечер, уважаемые зрители. Но я хотел бы сначала поздравить всех наших жителей нашего города с принятием важного документа, на основании которого все наши жители города и весь город будут жить на протяжении 2017 года. Это бюджет. Что касается голосования за бюджет, да, я голосовал за бюджет, и я принимал активное участие в формировании этого бюджета, в согласовательных всех процессах и в согласовательных советах. Безусловно, фракция у нас состоит из 6 человек, у каждого есть свое мнение. У нас в фракции демократия, у нас нет какой-то диктатуры или патриархата, поэтому каждый высказывает свое мнение, которое принимается на фракции. Сегодня у нас, кто не голосовал за бюджет, это наш коллега Дмитрий, у него были на это объективные причины, он отстаивал определенные строчки в бюджете по финансированию ОСББ, ну, безусловно, он хотел, чтобы это было профинансировано больше, на сегодняшний день это было профинансировано на определенном уровне, с условием того, что, возможно, это будет дальше перераспределением профинансировано дальше весной, либо летом. Вот. Поэтому у него как бы было свое мнение, и мы уважаем мнение нашего депутата. И решением фракции мы разрешили свободное голосование по бюджету, и поэтому каждый депутат мог голосованием высказать свое мнение. Поэтому, да, у нас сегодня 4 голоса проголосовало за, и Дмитрий, по-моему, воздержался или проголосовал против бюджета. А еще один? Один у нас, к сожалению, находится по состоянию здоровья в больнице. Вот. Но я хотел бы подчеркнуть, что очень важно, что бюджет сегодня принят. Мы помним ситуацию прошлого года, когда бюджет был принят практически 1 апреля. И когда Днепропетровск жил на протяжении 5 месяцев, 4 месяцев, жил по 1,12. Мы сегодня смогли не дать произойти повторение прошлого года и приняли бюджет сейчас. Плохой он или хороший, я считаю, что ну, это всегда было. Оппозиция всегда критикует бюджет, большинство всегда его отстаивает. Это уже... Но лично ваше мнение?
Я считаю, что мое мнение, что оценку дадут наши избиратели, жители нашего города, когда этот бюджет будет осваиваться, когда деньги будут тратиться на кровли, тратиться на ремонты подъездов, на строительство новых дорог, ремонты школ, садиков, они дадут оценку. Надо было его принимать или не надо. Безусловно, бюджет будет корректироваться в течение года, будут изменяться какие-то программы, перераспределяться деньги, это тоже нормально. Но я считаю, что очень важным, что бюджет был принят именно сегодня. Спасибо большое, вы уложились во времени, но я за это вас очень благодарю. Ну, я хочу перейти к следующему вопросу. К сожалению, под конец сессии в зале осталось 38 депутатов, не ошибаюсь, да, 38. Было изначально зарегистрировано 55, опять же, если не ошибаюсь. Наталья, Екатерина, ваши фракции в полном составе покинули сессионный зал? Не в полном. Не в полном? Нет. Не в полном. Оппозиционный блок кто-то остался или из громадской силы? Громадская сила осталась. Осталось после, не после перерыва, когда уже после перерыва еще после перерыва еще как раз Борис Филатов, мэр, говорил о том, что спасибо оппозиционному блоку за то, что явился в полном составе, несмотря на то, что был перерыв и несмотря на то, что за бюджет не голосовали. Наталья, ваша фракция ушла полностью потом, спустя некоторое время, когда начали приниматься другие решения или нет? Ну вот сейчас можете ответить? Ну конечно, да, мы покинули действительно зал. С чем это было связано? А давайте вот сейчас у вас две минуты для того, чтобы мы элементировали. Две минуты вам на вот объяснить свою позицию, почему вы покинули зал, для того, чтобы ваши избиратели знали, почему вы это сделали. Вы знаете, у нас в последнее время все происходит очень нелогично. То есть сначала первым вопросом был поставлен бюджет, а потом были следующие программы, которые, по сути, должны были голосоваться перед бюджетом, потому что бюджет финансируется согласно программ. Это, ну, грубейшее нарушение бюджетного кодекса, так как в программы закладываются суммы, которые потом учитываются в бюджете. У нас получилось наоборот. Сначала бюджет, а потом вереница программ. Причем программы достаточно смешные. Они были конкретно заточены под тех депутатов, которые сегодня проявляли лояльность, не читая бюджет, нажимали на кнопки. И наше требование было рассмотреть каждую программу индивидуально, чтобы автор вышел на сцену или на трибуну, или даже с места и рассказал, куда планируется потратить народные деньги, согласно тех программ, которые сегодня были представлены, порядке там больше 20 или 30 штук. И в самом начале нам удалось этого добиться. Мы проголосовали о том, что это будет индивидуально рассматриваться каждая программа. Потом вдруг мэр понимает, что кто-то же останется без пряника. То есть какую-то программу, если разобраться, голосовать абсурдно. И он начинает переголосовывать то, что уже было проголосовано в самом начале сессии. И это ставится на голосование 3 раза. То есть депутатов уговаривают, просят сосредоточиться, не пускают выйти в туалет. И в результате этих манипуляций, это смешно, взрослые люди так себя ведут в сессионном зале. Им удается принять решение, чтобы проголосовать без обсуждения пакетно 20 или 30 программ, через которые будут выводиться народные деньги. А какой уважающий себя депутат после этого останется в зале? Это неуважение и к депутатам, и к избирателям, деньги которых, собственно говоря, и планируется вывести через эти фейковые программы. Хочу, кстати, сказать, что в бюджете этого года снята сумма 118 миллионов на вторичную систему здравоохранения. То есть больницы останутся без коммунальных услуг и без лекарств. Спасибо. Об этом никто время здесь не скажет. Но жители должны быть в курсе. Спасибо, Наталья, спасибо за то, что объяснили свою позицию. Екатерина, из вашей фракции, вот как говорил Артем, осталось 2 человека, да, в сессионном зале. Можете тоже ответить, какова позиция была вашей фракции? Действительно ли вы были готовы голосовать, не готовы голосовать? Хотели ли вы голосовать блоком или нет за остальные бюджетные вопросы? Смотрите, ну действительно, городской бюджет – это какой-то такой пирог, который разрезается мощной рукой Бориса Филатова, вернее, ножом мощным. У которого сейчас тоже здесь нет. Да, его здесь нет, и слава богу. Так вот, я вам хочу сказать следующее, что весь бюджет напичкан именно программами, так называемыми личниками. Есть программы, которые действительно необходимо принимать. Но приходить на сессию и голосовать блоком за эти вопросы, ну, это абсурд. Я понимаю, что это все уже обсуждено в комиссиях и на согласительном совете. Но что такое согласительный совет? Это председатели всех комиссий постоянных. Громадская сила не возглавляет ни одну комиссию. Соответственно, мы не представлены на этом согласительном совете. Мы не имеем возможности обсуждать и влиять на те или иные вопросы. Мы все свои предложения подаем письменно. Сегодня нормальная практика, европейская практика, если есть большинство мэрское, да, оно работает, оно ставит там какие-то планы. Есть те люди, которые не согласны
с позицией власти, с их работой. И, безусловно, есть какая-то конструктивная критика, есть предложения. И нормально слышать всех. Но сегодня, к сожалению, никто никого не слышит. Мэр в сессионном зале сегодня даже слово депутатам не хотел предоставлять. Приходилось выходить на трибуну, приходилось кричать, доказывать. Но я не считаю это нормальной практикой. Мы все нормальные состоявшиеся люди. Мы приходим в сессионный зал для того, чтобы решить проблемы горожан, внести какие-то здравые зерна в работу этой исполнительной власти. Но, к сожалению, нас не слышат. Что касается программ, я, например, вот одну программу приведу. Информатизация горсовета. Это по-простому. Установить сеть локальную, компьютеры, подвести интернет, может быть, там что-то систематизировать. В 2016 году на нее выделили 73 миллиона, практически 74, а в 2017 году 66 миллионов. У меня один вопрос. На что были потрачены деньги в 2016 году и куда эти деньги пойдут в 2017 году? Время Отчет. Стекло. После отчета будет понятно. Ваше время истекло, спасибо. И сегодня звучала фраза на сессии о том, что если зачитывать все программы, выслушивать, то, возможно, придется потратить очень много времени. То есть вы готовы были просидеть это все время для того, чтобы выслушать программы? Не сессию, как же не готовы были работать? Прежде всего. То есть даже если бы это растянулось на два дня, к примеру, сессия, то, в принципе, ничего страшного. Это нормальная практика, презентация программ. Спасибо большое за вашу позицию. Артем Александрович, сегодня вам и микрофон выключали, да, было дело, когда вы выступали. Расскажите, вот тоже ваша позиция по поводу тех программ, действительно ли стоило их заслушивать? Позиция Натальи Александровны и Екатерины Юрьевны понятна, и почему решили все-таки голосовать блоком? Ну, скажем так, первая позиция наших оппонентов, они говорят, что программы голосуются до принятия бюджета, это не совсем так, поскольку в бюджетном кодексе четко написано, что бюджет на следующий год, он вступает в действие с 1 января. То есть фактически мы сегодня проголосовали программы 1 декабря, которые будут финансироваться с 1 января. Поэтому вот эти манипуляции, что нельзя голосовать программы до принятия бюджета, не совсем так. То есть бюджет... Подождите, одну минутку. Бюджет... Одну минутку. Не перебивайте меня, я вас не перебивал. То есть 1 января у нас вступят в действие бюджетное финансирование, и у нас программы были сегодня проголосованы. Что касается обсуждения этих программ. Давайте смотреть правде в глаза. Правда следующая, что с 1 ноября мы начали обсуждать, ноября, месяц до этой сессии, на бюджетной комиссии публично были, присутствовали журналисты. Я, кстати, не видел присутствующих здесь депутатов, кроме Михаила Александровича и Камиля Юрьевича. Кстати, Камиль Юрьевич дал очень качественные предложения от транспортной комиссии. У нас год транспорта по финансированию транспортной отрасли. Я благодарен комиссии по транспорту городского совета. И все эти программы ровно месяц обсуждались на бюджетной комиссии, на комиссии транспорта, комиссии ЖКХ и всех других комиссиях городского совета. Ровно месяц я не увидел ни одного письменного предложения качественного, экспертного по бюджету от представителей тех фракций, которые сегодня покинули сессионный зал. Ровно месяц они не дали своих предложений, ни одной экспертной мысли. Были отдельные депутаты, давали замечания, и, кстати, мы учитывали их пожелания, этих депутатов. И что у нас получается? Мы выходим в сессионный зал, и у нас один и тот же крик. Крик от оппозиции. А мы не читали. Господа, да вам никто не мешал читать и работать этот месяц. По этим программам и по этому бюджету. Артем Александрович, сразу же встречный вопрос. А где можно посмотреть эти программы? Сейчас они есть в свободном доступе? Эти программы есть в свободном доступе. Они опубликованы. На сессии есть дата даже публикации, когда они были опубликованы. Все эти программы были опубликованы в начале ноября. То есть выдержано с полной детализацией. Все, 20 дней все программы отвиселись. И еще один вопрос. Очень много звучало сейчас информации о том, что в последний момент депутаты получили проект бюджета. Еще раз повторяю. Проект бюджета, который голосовался бюджетной комиссией, был опубликован в 11 часов утра вчера. Окончательная версия. Затем в час дня, когда я увидел его публикацию, то есть мы обсуждали проект бюджета до этого, мы корректировали. Когда мы увидели, что все выставки всех комиссий, фракций депутатских были финансовым органом опубликованы, я назначил заседание комиссии на час дня, комиссия собралась в полном составе, и мы приступили к работе. С часу дня до 19:00
Все это время комиссия работала с двумя перерывами небольшими, примерно 40 минут. Был один перерыв, 1:15 был минут. С небольшими перерывами мы работали и изучали, действительно ли те правки и предложения от фракций групп были учтены в бюджете. Но те изменения, которые зачитывала Наталья Юрьевна, вот те цифры, когда разнятся чуть ли не в два раза, это действительно было так? Смотрите, эти цифры действительно были так, но эти цифры мы обсуждали еще за две недели. Спасибо, за две недели на бюджетной спасибо комиссии. Спасибо. За две недели обсуждались. Ну, вчера ночью вчера, вы значит, просто не присутствовали на бюджетной комиссии. Мы сравнивали комиссии бюджет от 2.11, от 21.11 и сегодняшний день. Эти цифры – это расплата мэра за то, чтобы проголосовали этот воровской бюджет. Спасибо. И еще одна реплика от Катерины, потому что прозвучала оппозиция. По поводу, кто был на каких комиссиях, кто не был. Бюджетная комиссия там заседала по обсуждению бюджета. Это там раз в три дня или раз в два дня, я точно не знаю. Мы послали, там был график, мы послали по этому графику видеокамеру, чтобы, не дай бог, не пропустить ни одно заседание. Потом сидели, фракции отсматривали. Но это неправильно. Почему? Это мы все депутаты. Нам нужно ходить на комиссию. Мы все депутаты. Я вас не перебивала, вы, пожалуйста, помолчите. Все депутаты состоят в каких-то комиссиях. И они там работают. Но кроме того, эти, депутат, это общественная нагрузка. Мы все работаем на предприятиях. Поэтому мы отправляли эту камеру, чтобы просмотреть, как они заседали. А правильно было бы следующее. Бюджетная комиссия, фактически, это самая важная комиссия в городском совете. Это тот орган, который формирует полностью весь бюджет. Собирает его у чиновников и формирует. Туда должны входить абсолютно представители всех фракций, которые есть в городском совете. Пяти. А туда входят, простите, только те, которые входят в мэрское большинство. Спасибо, что спасибо. Есть в принципе неправильно. Спасибо, мы вас услышали. Теперь даем возможность высказаться остальным участникам нашей передачи. Михаил Александрович, по поводу программ, которые принимались уже блоком, о том, что не обсуждались, о том, что действительно нужно или не нужно было их обсуждать на сессии, ваше мнение и почему вы решили голосовать за них блоком? Во-первых, есть такое известное высказывание: кто хочет что-то сделать, тот ищет возможность. Кто не хочет, причину. Причина сейчас у наших оппонентов другая. Но вся необходимая информация, которую говорили, Оля, мы не знали. Пожалуйста, во-первых, каждый депутат получает на свой электронный адрес рассылку с подробной детализацией. Ее получают все без исключения. Даже депутаты, которые не ходят на сессии. Это первое. Второе. Эти все решения, они все опубликованы на сайте городского совета. То есть, кто хотел, тот пошел, узнал и сделал. Но никто не будет ходить с Барскую за руку, говорить, открывать, смотрите, вот страница 1, на вам поняли, услышали, да. Это первое. Второе, вы же видите, какая нагнетается обстановка. Вот я хотел бы попросить такого впредь не делать. Вот там Наталья Начарьян только что там недавно взяла и сказала, нас сейчас смотрят люди, она сказала, в следующем году не выделены деньги на лекарства и на коммунальные услуги в больнице. Зачем вы такое, вот зачем вы откровенно врете? Люди сидят и слушают это. Подождите, но вы убрали со здравоохранения 180 миллионов. Вы сказали, что лекарств не будет. У вас одна минута, Михаил да. Александрович. Поэтому абсолютно правильно было правильно сделано, было много изменений, были переговоры. Пытались бюджет сделать максимально сбалансированным, не так, как в прошлом году. Если вы помните, в прошлом году в него вносили изменения каждую сессию. В этом году вносили изменения в каждую сессию. В этом году мы максимально его сбалансировали. Я, со своей точки зрения, считаю его достаточно удачным. И, думаю, в него еще будут добавляться какие-то денежные средства, поскольку по итогу этого месяца у нас останутся неосвоенные остатки денежных средств, доходность. И доходность увеличится. И поэтому они поступят дополнительно. Приоритет у нас это будет транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, медицина. Вы только что обвинили Наталью Юрьевну Начарьян в том, что она... Наталью Александровну, я прошу прощения. В том, что... Врете. А все-таки будут ли выделены деньги на коммунальные услуги, на лекарства для больниц? Конечно, они выделены в полном объеме. А можно я прокомментирую? Да. Конечно. Значит, смотрите, в этом бюджете произошло снижение затрат на здравоохранение на 184 миллионов. Было 1,356 млрд, а стало 1,172 млрд. На самом сейчас деле, получается, ситуация какая? У нас есть стационары, ну, называется это вторично, ланка. Только коротко, да, у нас еще это Камиль Юрьевич, так называемые больницы. Больницы. И на самом деле должна быть государственная субвенция, которая нам переходит от государства, в которую входит заработная плата этих учреждений, да, врачей, которые там работают. И
По сути, субвенция должна была предусматривать еще и оплату ЖКХ. Но стало известно, что в 2017 году государство не профинансирует оплату... Но бюджет еще не принят. Послушайте, но информация уже с Минфина какая-то поступает. И нужно было предусмотреть эти деньги в бюджете нашего муниципалитета, для того, чтобы не парализовать работу стационаров. Эти деньги тратятся на коммуналку и в том числе на закупку лекарств. То есть сейчас этих денег нет? Но вот в чем проблема. Назначают главврачи область, а финансируют город. И, конечно же, чиновникам городского совета, Борису Альбертовичу, еще кому-то, не нравится, что они то есть платят денег нет? из городского бюджета, да, а назначают этих врачей область. Это же админресурс уходит. Вы скажите, денег нет, получается, на лекарства? Сняли 184 миллиона. Здравоохранение. Хорошо. Я это говорю, то, что я видела Артем, в этом бюджете. Да, конечно. Бюджетной комиссии это прокомментировать. Есть деньги, нет денег. Еще раз. Все учреждения так называемой вторичной медицины в нашем городе, это стационары, подчинены сейчас областному совету и областной администрации. Завтра, 2 числа, областной совет будет голосовать свой бюджет. И если областной совет не выделит на это средства, на содержание тех учреждений, которые ему подчинены, они не подчинены городу. Это не наше финансирование. Единственное, рассчитывается субвенция. Эта субвенция нам дается с государственного бюджета, и мы прямиком ее туда отправляем. Вы договорите, если не будет принято... Если не будет, тогда это ответственность областного совета. Они не подчинены городу. Вот если бы они были подчинены городу, тогда бы это была наша финансовая и политическая ответственность. То есть, в принципе, ситуация нормальная. То, что они профинансированы, это должен за это отвечать должен сделать областной совет. Завтра посмотрим. Завтра голосует областной совет. Это их политическая ответственность, областного совета. Эту проблему как подчинено или не подчинено. Я смотрю, что стационар находится на территории города. И жители города обратятся в эти стационары. И когда они туда придут, они увидят, что там позиция света, понятна, холодные понятна, батареи Наталья, и нет лекарств. А чиновникам все равно, потому что они не подписывают контракты с главврачами. Спасибо. Вот в чем спасибо. Суть. Камиль Юрьевич, теперь ваши 2 минуты. Расскажите, пожалуйста, почему вы голосовали блочно и почему не захотели, собственно, выслушивать все программы? Я бы хотел бы сначала сказать, потому что говорили мои коллеги, я за то, чтобы каждый депутат имел доступ к информации, имел доступ к решениям, имел доступ к программам, которые публикуются на сайте. Я против того, чтобы каждую программу зачитывали на сессии, подробно каждую программу обсуждали. Для этого есть целый у нас пленарный месяц, да, который идет, на протяжении которого сбрасывается информация в электронном виде. Депутаты эту информацию получают и с ней дома там, или на работе с ней работают. Второе, это есть заседания постоянных комиссий, где происходит визировка этих документов, где тоже можно эту программу изучить. И если уже в случае там, проведения сессии нет никакой либо информации, либо у депутата, либо там, у фракции, либо у группы есть какие-то предложения, которые не были услышаны и внесены, тогда, безусловно, надо вызывать автора, чтобы он докладывал, и эту программу необходимо там, вносить изменения, либо предлагать дополнения какие-то. То есть это моя позиция по поводу программы и решений, то, что говорили коллеги, выступая на каждую сессию, вернее, каждую программу изучать, либо не каждую на сессии. Что касается этого вопроса, этот вопрос поднимается уже не первый раз. Я уже депутат второго созыва, и такая ситуация была и в прошлом в совете, и какая в созыве. Именно? Ну, ситуация потому, что публикации там приходят поздно, ночью, там переходят там за день до сессии. Вот. Такая ситуация была и при прошлой власти, и при переходящей власти, и при новой власти. Такая то ситуация это нормально? Была... Эта нет, ситуация нет. есть всегда. Я объясню, почему. Процесс построен так, что как проходит публикация и визировка любого решения. Сначала департамент либо управление публикует его на сессии, на сайте, после чего управление идет в комиссию, и комиссия рассматривает и вносит туда свои изменения. То бишь каждая депутатская комиссия может внести какие-то изменения в данный проект решения. После чего уже перед сессией, за 2 дня либо за день, собирается белый зал, где присутствуют председатели всех комиссий, и они уже выносят свой вердикт, в таком-то виде идти решению на сессии, либо не в таком. И после этого оно попадает на сессию. Вот, то есть сама процедура вот всего этого процесса, публикация и форматирование этого документа, это порождает все. Но это было всегда. Это было и в прошлом. Камиль Юрьевич, мы вас услышали. Теперь, пожалуйста, этом. Наталья Александровна может ответить, хотела, потому да, как напомню, вы два депутата, да, два представителя Камиль фракции. Камиль Юрьевич просто забыл, да, что в этой каденции существенно изменился регламент. Вы тоже были в прошлой каденции? Ну, конечно. А в этой каденции существенно изменился регламент. И теперь не все проекты решения заходят во все комиссии. Им достаточно войти в профильную еще в две. Допустим, я говорю как секретарь комиссии по этике, что
что в комиссию по этике не заходят даже профильные вопросы, которые касаются материнства и дитинства. Вот в данном случае была программа развития семейной политики, да, по-моему, Гладчишина, давайте, которая должна была представлена быть на нашей комиссии. Там, по-моему, 60 или 70 миллионов аж выросла. Мне хочется сейчас задать вопрос их не по поводу на нашей комиссии. То, что вы затронули тему насчет того, что не будут профинансированы там отопление, да, коммунальные услуги. Скажите, ну вот вы же заместитель главы облгосадминистрации. Вы уже видели тот бюджет, который будет выноситься на сессию облсовета? Ну, примерно. Да, конечно, видел. Там заложены эти деньги? Конечно, там все будет профинансировано. То есть все будет нормально? Завтра проголосуют, завтра деньги? Ну, я не знаю, проголосуют или нет, но в проект бюджета там это все предусмотрено. Но если Камиль Юрьевич гарантирует, тогда я спокойно. Ну все, тогда я думаю, мы все успокоились. Да, завтра увидим, да, тогда я спокойно. По поводу снова вот разговоров о большинстве, о том, о чем говорил Михаил Александрович, о том, что у нас большинство, сейчас какие-то вот ходят слухи о том, что идет переформатирование, да, большинства, о том, что есть какие-то договоренности, недоговоренности. Сейчас я хочу буквально по одной минуте, для того, чтобы каждый из вас увидел, ну, рассказал свое видение ситуации в Горсовете, насколько действительно там есть стабильное коалиционное большинство и с кем вы готовы сотрудничать в первую очередь. Буквально одна минута. Наталья Александровна, начнем с вас уже по традиции. Да, спасибо. Ну, вы знаете, я всегда говорила и буду говорить, что понятие коалиции для городского совета абсурдно и чуждо. Коалиция может быть в Верховной Раде, а в городском совете должны быть прежде всего депутаты, единомышленники. Поэтому делить депутатский корпус на коалицию – это огромная глупость. И именно этот подход и создает противостояние. С кем вы готовы сотрудничать? Мы готовы сотрудничать абсолютно со всеми. Здравомыслящими людьми, которые готовы в сессионном зале дискутировать и слышать друг друга, а не затыкать рот и выключать кнопки. Когда это поймет мэр, вот тогда горсовет спокойно начнет работать. Если опять делить депутатов на правильных, неправильных, на тех, которые молча голосуют, или те, которые выступают угодных или неугодных, вот до тех пор и будут вот эти вот звездные войны, которые вы наблюдаете уже второй год, и горожанам они на самом деле надоели. Нужно конструктивно работать и, главное, уважать и депутатов, и людей, которые голосовали, может быть, даже и не за него, но они заложники, они жители этого города, они хотят жить хорошо. Спасибо большое. Камиль Юрьевич, я, насколько понимаю, уже нужно идти. Скажите тоже, вы готовы сотрудничать с депутатами горсовета или при каком условии готовы сотрудничать с ними? Я хочу поддержать здесь Наталью. Безусловно, в городском совете нет коалиции. Коалиция есть в Верховной Раде, а в городском совете есть только большинство. Наша фракция готова сотрудничать со всеми депутатами, которые готовы работать во благо города, нашего города и во благо наших жителей. Поэтому я не разделяю здесь там, на плохих, хороших, там, таких-то, таких-то. Наша фракция готова сотрудничать со всеми депутатами, которые поднимают правильные решения, которые лоббируют интересы своих избирателей на округах, которые лоббируют выделение там, титулов, финансирование своих титулов. Это правильный процесс, и депутат городского совета – это главная его задача. Он не должен заниматься политикой, там, он должен заниматься теми вещами, которые поручили ему его избиратели. Спасибо большое, тогда мы вас больше не задержим. Спасибо большое за то, что присоединились к нам. Я хочу продолжить, и потом еще у нас остается буквально, к сожалению, не так много времени. Я еще потом хочу поговорить про муниципальные надбавки, о чем говорила Екатерина Юрьевна. Давайте продолжим. Екатерина, пожалуйста, вам слово, тоже одна минута. С кем вы готовы сотрудничать в горсовете? Ну, мы всегда были последовательными. Еще во время выборов мы заявляли, что мы готовы объединиться абсолютно со всеми. Вернее, не то чтобы даже объединиться, а готовы принимать нормальные решения для города, которые направлены на благо горожан. Но встанем против, если будут приниматься личники и шкурники отдельных личностей. Я вам хочу сказать, что вот это все, это собранные материалы практически на 2 миллиарда гривен воровства нынешней местной власти. Это все направлено в Генеральную прокуратуру и в НАБУ. И я хочу сказать, что сегодняшнее большинство, оно, к сожалению, думает не об интересах горожан, а о своих личных интересах. И, безусловно, такое большинство обречено на провал. И мэр это чувствует. И, безусловно, это отображается все и в сессионном зале, это видят все и люди. Людям, по большому счету, это не нужно. Ну, это какие-то такие вопросы, которые... Люди должны жить хорошо. И это наша задача — сделать хорошо. А мэр — это вообще должно быть аполитичное лицо, которое всех только объединяет. Спасибо большое.
Артем, ваша позиция по этому поводу? Сегодня было много разных разговоров. Кроме того, сегодня и, по-моему, даже немножечко дискутировали члены вашей фракции непосредственно самопомощи. Ваша позиция? С кем вы готовы фракция сотрудничать? Фракция «Самопомощь» готова сотрудничать со всеми депутатами городского совета по хозяйственным вопросам, то есть по вопросам развития города. У нас есть идеологические расхождения с фракцией «Оппозиционный блок». Мы по политическим вопросам не готовы сотрудничать с оппозиционным блоком. По хозяйственным готовы сотрудничать. Теперь, что касается вообще ситуации в городском совете. Значит, в городском совете сформировалось в начале этого года большинство, которое задекларировало, что мы вошли в это большинство, что мы готовы поддерживать вопросы развития города. Принимаем мы на сегодняшний день те решения, которые мы поддерживаем, вопросы, направленные на развитие города. Если решения противоречат этим стандартам, то мы, как представители в комиссиях, мы блокируем эти решения. Эти решения не выносятся фактически даже в сессионный зал. На сегодняшний день у нас каждый член фракции также волен в своем волеизъявлении, и каждый член фракции голосует в сессионном зале, исходя из его внутреннего убеждения. Спасибо большое. Михаил Александрович, сегодня звучало много разговоров о том, что вот говорили там бывшие члены фракции «Укроп», потом говорили о том, что на самом деле не бывшие, еще нужно доказать, что нас исключили из этой фракции. Вот ваша фракция, вот в таком виде, как она была изначально, какая есть сейчас, с кем вы готовы сотрудничать и готовы ли? В настоящий момент наша фракция состоит из 19 человек. Мы готовы сотрудничать со всеми фракциями. Но хотелось бы сказать, что нашим политическим оппонентам, в частности оппозиционному блоку и громадской силе, им надо приучиться жить в эту каденцию в оппозиции. Они привыкли, что у них всегда тотальное большинство, 90 голосов, гудок на завод, все утром встали, пошли. Это время прошло. То есть сейчас у нас совершенно другая ситуация. Нет у них 90 голосов из 120, которые раньше были в предыдущем городском совете, когда такая дискуссия здесь вообще была невозможна. Когда никто никому не рассылал никакой информации. Выходили на сессию, сессия проводилась за 15 минут, голосовали пачками, блоками. Даже кто-то боялся просто пикнуть. С кем сотрудничать готовы? С любыми фракциями готовы сотрудничать, обсуждать, разговаривать по политическим вопросам. У нас есть наши коллеги, это «Самопомощь» и это БПП. Спасибо большое. Буквально одну, потому что потом мы перейдем к муниципальным надбавкам. Да, буквально одну. По поводу тотального большинства я хочу Михаилу сказать, что громадская сила вообще никогда не была представлена в городском совете. Мы впервые в 2016 году вошли как депутаты в городской совет. Спасибо. А что касается вот этих вот программ, которые выделяются, я хочу сказать, что нам тоже предлагали любые должности в комиссиях, еще где-то. Мне лично это предлагали. Я отказалась. Почему? Да деньги потому, предлагали? Что, деньги не предлагали. Угу. Потому что Чего? Я не ставлю свои интересы выше интересов людей. К сожалению, остается совсем мало времени. Хочется сразу же по поводу муниципальных надбавок. Вы говорили о том, что их оставили в размере 5%. Вместе с тем, Владимир Миллер заявлял о том, что их Давайте я коротко скажу. Очень коротко. На руки люди получат больше, потому что поднялась минимальная заработная плата. Но минимальная заработная плата поднялась до 3200. Любой понимающий человек понимает, что при стабильно падающей и не развивающейся экономике будет инфляция. Инфляция будет в два раза. Естественно, покупательная способность гривны упадет в два раза. И то, что человек раньше мог купить на 1600 гривен, он то же самое сейчас купит на 3200. И то, что сейчас подняли заработную плату, это заслуга не местной власти. И надбавка, это было лишь дополнение, чтобы платить те же тарифы, которые повышаются благодаря это местной власти. Это общенациональная тенденция. Скажите по поводу, все-таки вы будете настаивать на том, что было 45% надбавка? 40%, мы на этом, 40 и 50%, 45. Мы на этом настаиваем. Мы Спасибо настаивали большое. На этом перед сессией. Перед тем мы призывали к совести каждого депутата. Если у них есть хоть капля совести, они не будут голосовать Спасибо, за этот бюджет. У нас остается буквально 2 минуты до конца эфира. Наталья, буквально пару слов по поводу муниципальных надбавок. Вы тоже согласны с Екатериной, что нужно 40% или 50% муниципальные надбавки? Вы знаете, тут проблема гораздо сложнее, и на самом деле она, весь корень зла лежит в Киеве, в Верховной Раде. Сегодня оппозиционный блок настаивал на том, чтобы городской совет города Днепропетровска поддержал социальные проекты, которые оппозиционный блок в Верховной Раде настаивает на голосование. Там больше 21 проекта. Хватит ли денег на все это профинансировать? Эти проекты в Верховной Раде
лежат. И мы просили, чтобы городской совет свое отношение высказал, попросил Верховную Раду рассмотреть эти законопроекты. И они направлены как раз на борьбу с бедностью. Они направлены на то, чтобы наконец-то в нашей многострадальной стране наступил мир, на то, чтобы людей не обворовывали банки. У нас очень мало времени, к сожалению. Поэтому у нас сейчас идет тотальная бедность. Люди беднеют. То есть муниципальными надбавками тут не поможешь, правильно? Я хочу сказать, что муниципальные надбавки – это подачка. Понятно. Артем, покажи, пожалуйста, ваша позиция по поводу… В то время, когда минимальная заработная плата была до 1600 гривен и ниже. Буквально в ноябре. Да. Смысл муниципальной надбавки со стороны нашего депутатского корпуса был повысить уровень доходов горожан. 5% это нормально? Подождите. Было 40%. Потом стало 50%. Мы повышали. Теперь, когда само государство осознало, что есть необходимость повышения минимальной заработной платы, то мы оставили муниципальную надбавку на уровне 5%. Дальше мы будем смотреть тенденцию, как будет развиваться экономика в городе, экономика в стране. И у нас существует возможность ее даже повышать. И мы будем рассматривать при бюджете, люди получат на руки средств в 2017 году больше, чем в 2016. Спасибо, спасибо, ваша позиция понятна. Михаил Александрович отказался в вашу пользу от своего времени, да. Потому как нужно заняться... К сожалению, время... 800% ну, у Михаила Александровича сможете спросить после окончания эфира, сколько у него зарплата 5%. И живете ли вы на свою зарплату. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на эфир. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми сьогодні говорили про бюджет, який нарешті прийняли у нашому місті. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. До зустрічі!